Открытая студия Первого Ярославского. Сергей Собянин, мэр Москвы. Сергей Семенович, здравствуйте. Добрый день. Рад вас приветствовать. В конце прошлого года Ярославская область, правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Несколько пунктов. Хотелось бы более детально остановиться на сфере туризма. Чем мы можем быть интересны друг другу? Я должен в целом сказать, что Москва и Ярославская область связаны огромным количеством нитей, связаны в экономике, вы сказали, в туризме, образовании, здравоохранении. По сути дела, во многом это единый экономический организм в силу того, что Москва и Ярослав находятся не так далеко. Москва является огромным региональным рынком для производителей Ярославской области и для сельского хозяйства, и мощной промышленности, которая в Ярославле находится. И Москва, в свою очередь, поставляет высокотехнологичную продукцию в Ярославль. Мы видим, как после подписания соглашения активизировались связи в области экономики, торговли, туризма. Активно развиваем такие направления, как совместная программа в области образования. Больше ярославцев начали приезжать в Москву для того, чтобы получить высокотехнологичную медицинскую помощь. То есть практически каждый пункт, который мы прописали в нашем соглашении с Дмитрием Юрьевичем, дал толчок развитию целым отраслям. Я считаю, что такая динамика, она показательна и для других регионов. Я вижу, как развивается Ярославль с точки зрения обустройства города, обустройства региона, наведения там порядка. Вот сегодня буквально мы были на подведение итогов рейтинга инвестиционных климатов в регионах. Ярославль демонстрирует огромную динамику. Это означает, что предприниматели поверили новой администрации, вкладывают деньги, инвестируют, несмотря на кризис, идет такое хорошее динамичное развитие. Это, конечно, во многом благодаря новой команде, которую Дмитрий Юрьевич привел с собой, и то огромное доверие, которое он за такой короткий период времени заслужил. Ну и кроме того, в рейтинге ОСИ вы лидеры в информационных технологиях. Вот здесь чем мы можем быть полезны, какие точки соприкосновения, готовы ли вы работать с нами в этой сфере в том числе? Мы готовы передать весь опыт, который у нас сегодня есть, и с точки зрения коммуникации, потому что что такое инвестиционный климат? Это, в первую очередь, это коммуникация с бизнесом, штабная работа, это возможности предоставления электронных услуг, государственных услуг в области строительства, подключения к электрическим сетям, теплоснабжения, водоснабжения, разрешения на строительство, оформление земельных участков. Все это сегодня в Москве можно во многом уже получить с помощью электронных государственных услуг. И мы вместе с администрацией Ярославской области работаем вместе, чтобы там тоже продвигались такие услуги. Я знаю, что там активно продвигаются услуги и сервисы в области здравоохранения, запись к врачу, оказание медицинских услуг, соответствующий портал. Это здорово, это говорит о том, что Ярославль находится в тренде, что называется. Спасибо, Сергей Семенович. Сергей Собянин, мэр Москвы, рассказал о сотрудничестве с Ярославской областью. Спасибо.